Утро летнее постучалось в гости к нам, провели мятежники против Михаила Сергеевича Горбачева свой коварный план. Танки двинулись на Москву, в МГУ, об этом сейчас я вам всем расскажу. Танки разогнали по подростковым толпу, надоело им ждать, целину поднимать, бам собирать, тоталитарную систему свою наблюдать. Надо с колен Россию поднимать, триколор на знамени держать, отпор пучистам давать. Ельцин тогда был настоящий ас. Прогнал он пучистов за раз и был доступен для здешних масс. Горбачева из плена освободил, но все равно СССР он покрушил.